Здравствуйте, с вами Роман, и мы продолжаем играть в террарию, в которой происходят баги, которые я впервые вижу, если честно. Ну что ж, мне остается только опять туда спуститься. У меня родилась небольшая хитрая идея вызвать стену, попробовать с другой стороны. Я не знаю, может это поможет там. Не факт, конечно, но попытка не пытка. Если уж это не поможет, я тогда, блин, не знаю даже. Конечно, создать новый мир, это просто, я не знаю, ну, как сказать, предел. Ну, последняя просто черта, если вдруг что-то пойдет не так. Ну, новый мир не значит новый герой. Наш герой продолжит приключения только в другом мире. В принципе, он всегда сможет вернуться в этот, если что-нибудь забудет. Так. Ну, сначала попробуем вызвать ее с другой стороны. Если не поможет, пойдем тогда к краю ада и построим там такую полосочку гораздо ниже, чем у меня там. Вот мне тоже кажется, что, возможно, от высокой полоски все так багает. Кто ее знает, бывает. Так. Сейчас мы тут опять вот этими путями спускаться. Так. Нужно пройти все это дело и... Ну и вообще, я бы уже купил бы давно гору динамита, все бы взорвал, на. И ходить, летел бы спокойно вниз. Почему я до сих пор этого не сделал? Не знаю. Так, ладно. Ладно. Так, повестка номер 2 на дне. Если вдруг у меня со стеной опять лажа случится, буду просто копать прямую дырку в ад. Так. Да я ее так и так буду копать, конечно, рано или поздно. Все равно. Так, сейчас мы посмотрим. Так, попробуем стену, в общем, с другой стороны вызвать, как я и сказал. Мини-акулу я куда-то продал, прокакал, я не знаю вообще, куда-то я ее дел. Так что, блин, это обидно. Вот, блин, хорошая пушка, а я ее дел куда-то. Очень даже пригодилась бы. Так, ладно. Дости дышит. Это судьба такая. Так, наверное, нам сюда, да? Ну, да. Когда же я запомню, уже 3572 раз тут иду. Никак запомнить не могу. Так, отлично. Просто отлично. А вот сюда нам надо. Не, не совсем сюда, вот сюда. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Почти на месте. Как все запущено. Ой, прошу прощения. Да, это точно. Я все равно буду снимать. Так, ладно. Так, поспокойнее. Откашляемся. Ну вот, нормально. Так, спустились почти. Ага. Вот мы и здесь, а. В этом гадском месте, которое то и дело лагает, я не могу завалить стену из плоти. Ну, посмотрим, что у меня получится в этот раз. В общем, я решил попробовать призвать ее с другой стороны. Я надеюсь, это чем-то поможет хоть. Конечно, маловероятно, но кто ее знает. Так, надо мне найти вуду-демона, как всегда. Так, надо. Надо в НАТО. Так, пай, иди. Ты мне не нравишься. Я тебе тоже. Давай не будем встречаться. Так. Еще вот эту досадную оплошность надо бы убрать. То, блин, мешается. Так. Так. А вот что нам с этими камнями делать? Я от них же лава потечет. Я же говорил, лава потечет. Так. Хе-хе-хе. Так. Ну нормально. Вам пофиг, так, утекай оттуда. Кыш, мыша. О, демон, жалко не вуду. Иди сюда, демон. Так,
земляной блок надо сюда уставить и радоваться жизни. Так, теперь надо посмотреть, подумать. Так, факела, у нас факелов что-то мало как-то. Тут темно в общих чертах. Так, и где ж мне этого вуду-демона искать, интересно? Вот. Очень трудный такой вопрос. Ну, будем бегать по аду, может встретиться. Так. Призвать стену с другой стороны, это, конечно, идея, но не факт, что мне повезет. Так. О, приветик. Ну, ты не то, что я ищу. Мой кот неугомонный, все время орёт. Вот сейчас за дверью. Это вообще, это ужас. Так, не буду я отвлекаться из-за какого-то там орущего создания. Так, всегда орёт. Иди сюда. Так, демоны. Одни тут замуровали демоны, а. Вообще никакого прохода нету, блин. Так, ведь, ладно, посходим назад. Мне, собственно, не суть. Мне главное демона встретить, удушного, чтобы он мне куклу дал. Там уже я все сам сделаю. Понимаешь? Так, ну все, почти... Какой почти? Я понятия не имею, когда он появится. Так. В общем, погнали, побегаем пока, посмотрим, поищем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хьюхаса. Хай-я. Вот так. Так. Что у нас тут есть? У нас тут ничего нету. Смотрим. Да реально ничего нету. Так, далеко бегу, смысла не вижу. Ну ладно, я тут пока тогда займусь откапыванием вот этого чуда. Ненужного уже, честно говоря. Да давай я кислю уже. Так, все, отлично. Демонитовая кирка тут быстрее бы, честно говоря, работала. Блин, не очень я люблю эту кирку. Так, ну, правда, она сильнее, но медленнее намного. Так. Ну вот, почти докопали. Что тут скажешь? Так. Почти уже скоро. С помощью этого, блин. О, вуду демон, отлично. Братюнь, тебя и ждал. Так. Кукла вуду гида, отлично. Что тут делал черный слизень? Бывает же. Так. Так, сейчас соберу эту фигню и уйду отсюда. Так, правда, это надолго, наверное. У меня дорожка такая жирная, блин. Ну ничего, я тогда построю там подлиннее дорожку, чтобы уж не лошанаться. Так. На этот раз я постараюсь наверняка, чтобы уж никакой лажи не вышло. О, вот это быстрее работает дело. Давай, пелина. Так. Так, о, кажись, и все. Ага, точно. Ништячком. Так. Блин, что за слизняк такой? Черный, обычный. Вот. Так, все. Угомонитесь, люди. Люди, конечно, вас людьми не назовешь. Ну ладно, просто угомонитесь, короче. Не надо меня атаковать прям такими горами. Я так понимаю, что не очень все круто. Так. Так. Большая идейка есть. Сейчас мы там построим, опять же, какую-то длинную полоску, но этот раз ниже. На всякий случай ниже, потому что я не уверен. Мне кажется, это из-за того, что полоска слишком высоко. А может, из-за того, что бои повсюду. Кто ее знает, может, мне просто не повезло. Ну, это мы сейчас скоро узнаем. Так. Сюда, демон. Так. Тихо, тихо. Я тебе сейчас... А, ладно. Господи.
маньяки ведь, а. Здесь тоже полоска больно высоковата. Нахрен она так высоковата. Сейчас мы сделаем все как нужно. Так. Этот червяк просто к нам даже попасть не может. Так, почти уже допилили. Так. Уже скоро. Так, не очень было в лом, я смотрю, в прошлый раз. Господи, замучили. Число. Так. Так. Почти уже все. Господи, сгинь, а. Так. Да блин. Сколько ж вас тут, а? Все, мне пофиг. Сейчас я построю такую длинную коробочку, и все будет в ажуре. Так. Сейчас мы тут... Ой, не-не-не-не. Это понятное дело, мне не надо перекрывать. Я это никогда мышой не делал, в принципе. Так. Все. Так. Так. Делаем дорожку пониже. Так, потом мы узнаем. Мы точно должны убедиться, от чего происходит бах, на всякий случай. Если он снова произойдет, конечно. Если не произойдет, то вот, слава богу, вообще. Я буду счастлив, рад и вообще. Ну, короче, короче. Так. Так. Так ишь ты. Лаву теперь нельзя уже блоком заменить. Какой ужас. Так. Но ее можно слить, так скажем. Так. Еще не так. Вот так. Строим мы, строим. Можно теперь еще ниже. Так ишь ты. Так. Да. Так. Раз, два. Отлично. Будем строить мы тут. Так. Так. И можно теперь еще ниже. Да, вот то, что в майне чувак никогда бы не смог поставить блок под блок. Это почти нереально. Потому что если нет другой опоры сбоку, то и поставить не удастся. Так, ты, слушай, отсюда, отсюда, мыша, блин. Так. Блин, да жоз прет, что ли, воды. Так, все, почти уже готово. Сейчас почти готово, блин. Так, все, Никакой расслабона нету вообще в этом месте. Что это за место такое, в котором нельзя расслабиться? Так. Вот и плавай там. Так. В общем, с Новым годом. Так. Почти уже мы на месте. Да блин. Достали. Так. Ага, вот. Сгинь. Так. В общем, я думаю, хватит, наверное. Так. Надеюсь. Надеюсь, этого хватит. Ну что, с Богом, еще разочек. Погнали. Вот она слева появилась. Отлично. Я надеюсь, она теперь не уползет наверх, как бывало.
Так, голодные у нас, голодные. Надо их валить всех. Так. Так, давай. Полегли, полегли. Не шуми. Да ладно, хорош стрелять по мне. Виноватый я. Получше. Все достаточно неплохо, по-моему, на мой взгляд. Да ладно, ты не кипишуй. Так, пока еще не уползает наверх, это радует. Пока еще. Получает по хребтине. Так. Ну, 1500 мы уже снесли. Я тебе уползу наверх. Нельзя. Так. У меня все сыкает, на что я уползу туда. Так, чем тут пострелять можно? Что за стрелы, блин? Огненные стрелы. Там где адские стрелы? Что за ладно? Зашла. Так, стена получает по щам пока что. Мягко говоря. Так. Пока еще не пытается от нас сбежать, это радует. Может, я наконец-то ее завалю, а? Блин, она быстрее что ли движется или меня глюки? Так. Мне осталось недолго, сраная стена. Получай. Наконец-то я тебя смогу завалить, а? Ты быстро уже движешься, зараза такая. Стреляешь круто. Блин, все сложнее становится. Ты больше дорожка кончилась. Ой, блядь, пипец. Так, я так не хотел. Ох ты ж, зараза. Так, ну все. Блин, писец. Что я могу сказать? Писец. Оп, писец. Так, ребят, в этот раз все было честно. Я просто помер. Что ж. Мини-акулы не хватает просто. Не по-детски не хватает. И дорожка оказалась слишком короткой. А так все хорошо. Ну что ж, ребят, я чувствую, мы ее завалим, в общем, скоро. Ну что ж, в этот раз лучше хоть бага не произошло. Это уже радует. Ну что ж, тогда всем спасибо за просмотр, оценивайте, комментируйте, если вы здесь впервые, подписывайтесь. До свидания, пока!